На сегодняшний день на территории в районе 13-й станции по решению исполкома, на основании которого выступает управление заказчиком работ по проведению работ, связанных с укреплением склона, выполняются работы непосредственно по укреплению склона. В настоящее время подрядной организации выполнены работы по срезке склона на участке протяженностью 60 метров и выполняются работы по обустройству подпорной стенки. Подпорная стенка представляет из себя конструкцию из габионов толщиной до метра, и данное мероприятие позволит укрепить склон и обеспечить безопасную эксплуатацию данной территории. Вчера в результате экскавации грунта произошел незначительное обрушение склона, которое никак не повлияло на ситуацию в целом на данной участке. В результате переговоров с подрядной организацией принято решение об усилении данной территории путем обустройства свального ряда шпунтовых свай. И эти мероприятия также позволят усилить конструкцию самой подпорной стенки, что обеспечит эксплуатацию не только территории, но и строения, которые расположены выше на данном участке. Территория склона была создана путем террасирования в 80-х годах, что в процессе перемещения грунта создало штучный эффект обустройства этого склона. И отсутствие уплотненности говорит о том, что данный участок необходимо укреплять, что и делается в данный момент. В этой связи мы говорим о том, что эти мероприятия только способствует тому, что повысится устойчивость склона и будет обеспечена безопасная эксплуатация территории. Непринятие мер к тому, чтобы обустроить подпорную стенку, может привести к тому, что пойдут более значительные обрушения, что негативно скажется на самой территории и на тех строениях, которые расположены выше. Поэтому сегодня принятое решение является верным и позволяет нам говорить о том, что они необходимы для безопасной эксплуатации всей территории. На строительство подпорной стенки предусмотрен срок порядка 4 месяцев. Ну, от погодных условий эти сроки могут варьироваться в сторону увеличения, но тем не менее работы должны быть закончены до начала курортного сезона.